среди всякого трэша, который мы вам показываем и снимаем, есть у нас и нормальные, хорошие, достойные места. Например, кафе «Масленица», которое совсем недавно открылось по адресу Мира 28. Как правило, на блинах и традиционной русской кухне. В общем, приятного мне аппетита. Цены вполне приемлемые, если сравнивать с теми же столовыми. Ну, в общем, где-то в среднем так и выйдет то на то, что покушать в столовой, что купить здесь блин, соус и какой-нибудь напиток. Ну, сколько? Лично у меня вышло на 237 рублей. В общем, выходит, конечно, дороже, чем шаурма, но в шаурме нет такой уютной атмосферы, как здесь.